В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки. Дом же такой же в точности. Домой, домой. В 21 веке история, рассказанная в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», вряд ли повторится, ведь люди теперь предпочитают покупать комфортные квартиры, созданные по индивидуальным проектам специально для них. Современные дома возводят настоящие профессионалы. Кто они? Давайте знакомиться. Сергей Сергеевич, у вас интересная профессия – девелопер. Кто это? Чем вы занимаетесь? Девелопер – это комплексная работа, направлены на создание комфортной благополучной среды для жителей. Мы всегда изучаем наш, так называемый, портрет целевой аудитории. Мы смотрим, кто будет нашими будущими покупателями, какие у них потребности, какие у них сложности в жизни и какие, значит, как им надо помочь их решить. Может быть, это маленькая кухня, может быть, это расширение семьи и нужно следующему поколению переезжать в новую жилплощадь. Может быть, это студенты, учащиеся в соседнем университете. Может быть, это, наоборот, семья, которая разрослась с 2 до 3 детей, и им нужно больше жилплощади. Все начинается с так называемого стратегического маркетинга. Вот, мы сначала исследуем, что все-таки нужно, и только после этого задаем задание проектировщикам, архитекторам на выполнение этой задачи. Никак не наоборот. То есть мы не привязываем уже готовые дома, какие у нас есть, да, а именно подстраиваемся под те запросы, которые есть. Застройка современного жилого комплекса от и до для девелоперов не просто техническая работа, а сложный творческий процесс. Мы убедились в этом, увидев новый жилой комплекс в юбилейном микрорайоне «Ивановские дворики». Говорят, что дом начинается с подъезда. Давайте зайдем и посмотрим, как он обустроен. Да, давайте, прошу, проходите. Мы зашли в подъезд, вы, наверное, обратили внимание, что он достаточно светлый. Несмотря на, может быть, небольшую площадь, мы полностью остеклить все до пола стеклом для того, чтобы максимальное количество света попадало в подъезд. Для того, чтобы визуально подъезд наш расширить, то есть он достаточно светлый, мы предусмотрим зеркало в подъезде для того, чтобы, ну и женщины, проходя, да, могли на себя посмотреться, и для того, чтобы визуально подъезд казался больше и глубже. У вас достаточно оригинальные входные группы. Из каких материалов вы их делаете? А самый главный вопрос, как долго прослужит такая отделка? Мы, как бы, как и во дворе, используем исключительно натуральные материалы, да, то есть минеральные. Здесь все сделано из гипсовой штукатурки. Ну, естественно, дом бетонный. Будет обшито панелями. Вот гипсокартонные панели под дерево. Будут они достаточно экологичные и надежные. Значит, у нас на входной группе будет лежать натуральный гранит. У нас с той стороны уже дома сделаны входные группы в коммерческое помещение. Входа выполнены из натурального гранита. Здесь также для того, чтобы данное покрытие использовалось десятилетиями и не портилось, будет уложен просто обычный гранит. Гораздо проще сделать надежное и долгоиграющее, условно говоря, покрытие, чем каждый год его менять. Мы заходим в подъезд, и у нас, конечно же, первое, что есть в любом нашем подъезде, это помещение для консьержки. У нас есть отдельное помещение консьержки, консьержка оборудована, соответственно, санузлом. Рядом у нас есть помещение для хранения, так называемое, колясочное. Существует такая проблема, да, то есть мы как бы вот живем, и мы проигрываем сценарий жизни, да, каким образом разные люди, да, будут здесь жить. И, безусловно, есть такая, может быть, она небольшая проблема, но тоже проблема, да, это когда вы приходите с сырого, как бы с улицы, да, где прошел дождь или снег, и лапы ваших четвероногих питомцев, они грязные. Дальше вы, эта грязь разносится в лифте, эта грязь разносится в лифтовом холле, эта грязь разносится в квартире, потому что не всегда можно там поймать, да, собаки тоже разных размеров бывают.
Пачкается одежда. Пачкается и одежда, безусловно, если собака небольшого размера. Мы, соответственно, подумали об этом, и достаточно простое решение, это всего лишь ванна и небольшой душ, решает эту проблему на первом этаже. Вы заходите в колясочную, включаете кран, моете лапы своему питомцу, вытираете их, там будет предусмотрено специальное полотенце, и в подъезде будет чисто, и в квартире вашей тоже будет чисто. Мы говорили о том, что у нас на входе зеркало, да, у нас также лифты выполнены полностью из нержавейки. То есть это не серые кабины, да, а красивые лифты из нержавеющей стали. Вот мы видим полностью, сейчас он в пленке, но видно, что все панели лифтов, включая потолок, сделаны из нержавеющей стали. Они отражают и создают больший объем. Кнопки, да, мы специально выбирали, есть разные вариации поста управления, так называемого. Вот, мы выбрали данную вариацию поста управления, плюс здесь есть, конечно, тактильные для людей, которые с слабым зрением. Вот, вызов и так далее. Специально оригинальный такой вот вид. Вот лифт, он грузопассажирский, то есть можно поднимать и строительные материалы там различные, и, соответственно, пассажиров на 630 килограмм. Заходя в лифт, вы должны ощущать, что вы у себя дома, что он у вас красивый, он вас каждый день радует, и вы живете в хорошем, современном, комфортном жилье. Скажите, а вы продаете голые стены или квартиры с отделкой, в которые можно сразу заехать и жить? Нет, мы голые стены не продаем вообще. Проходите, мы покажем, что мы предлагаем нашим клиентам. Вот, нашим клиентам мы предлагаем сразу же квартиру в отделке, так называемый white box. Что включает white box? White box включает в себя уже полностью оштукатуренные белые стены гипсовой штукатуркой, наливные полы, розетки. Мы видим сейчас в них провода проложены. Провода, конечно же, медные. Вот. А штукатуренный потолок, безусловно, стоят окна. Там мы прошли, увидели подоконники, их будут, соответственно, монтировать. Вот здесь остается только поклеить обои, либо покрасить и уложить напольное покрытие. Также есть квартиры в чистовой отделке. Мы предлагаем несколько вариантов чистовой отделки в современном скандинавском стиле на выбор нашего клиента. Мы также миксуем. Некоторым клиентам нравится, например, кухня от одного стиля, санузел от другого стиля. Да, это можно отмиксовать, совершенно нет никаких с этим проблем. Мы, соответственно, это готовы для наших клиентов сделать. Также есть квартиры с меблировкой полностью, да, то есть на тех дизайн-проектах, которых мы предлагаем клиентам, там отрисована мебель, и мы в сотрудничестве с известной шведской компанией готовы поставить полностью меблировку во всю квартиру и включить данную, соответственно, значит, затраты на покупку мебели в договор долевого участия. По ипотечному кредитованию у нас есть аккредитация в нескольких банках. Мы, соответственно, значит, самостоятельно клиент к нам обращается, значит, обращаемся в банки и согласовываем для него ипотеку. Да? То есть там нужен минимальный набор документов, справка 2 НДФЛ и паспорт, собственно говоря. Можно в первоначальный взнос внести стоимость материнского капитала. Сделка делается полностью удаленно. Открывается эскроу-счет тоже удаленно. Подписание договоров и регистрация в Росреестре осуществляется удаленно. И дальше мы сейчас прорабатываем создание личного кабинета покупателя, клиента, да, то есть клиент, купивший у нас квартиру, у него мы будем в следующем начале следующего года предоставлять ему доступ в личный кабинет, где он при приемке своей квартиры может уже общаться с нами, не там беспокоя менеджера, просто придя. Более половины квартир в жилом комплексе «Юбилейный» уже распродано, но у вас еще есть возможность стать обладателем квадратных метров в этом современном доме. Вот, у нас есть также уникальное предложение. У нас есть замечательные квартиры с потолками в 3,90. Они очень светлые, хорошие, находятся на втором этаже в третьей секции. Они все различные, свободные планировки. Мы их тоже предлагаем нашим клиентам. Это как бы эксклюзивное предложение на рынке города Серпухова. Вот такие как бы панорамные окна, очень высокие потолки. Вот свободная планировка, отдельный вход.
прогуляться по жилому комплексу и выбрать квартиру можно, не выходя из дома. Компания «Серпухов Реалти» приглашает в виртуальный тур. Для этого нужно всего лишь иметь доступ в интернет. Застройщики все продумали за вас и постарались заранее решить проблемы, которые могут возникнуть еще на этапе строительства. Это плохое качество воды, текущее из труб, да, горячая вода. Вот, это плохое отопление где-то, да, вот, не так тепло, как хотелось бы, да, вот, либо, например, слишком жарко. Зная о всех этих проблемах, которые возникают потом в процессе эксплуатации, отнесись к этому более ответственно. Мы сейчас находимся в тепловом узле нашего дома, так называемый ИТП, индивидуальный тепловой узел. Вот, он, видите, стоит из большого количества труб, то это то место, куда обычно не попадают жители, да. Вот, здесь вот сзади нас находятся, например, теплообменники, да, то есть это закрытая система теплоснабжения. Что это обозначает? Это обозначает, что вся вода, которая поступает в наш дом от городских сетей, горячая имеется в виду, да, она, грязь из этих горячих труб, например, они, может быть, устаревшие, к нам не ведут, да, они ведут до теплообменников, и дальше мы с другой стороны теплообменника получаем, нагреваем холодную воду, которая всегда чистая, она питьевого качества, и, соответственно, вся горячая вода, которая есть и течет из крана, она уже будет априори чистая. Вот мы также решили проблему с питьевой водой, чтобы она была точно чистая и прозрачная, мы применили только оцинкованные трубы. Ни одного сварного соединения во всем доме мы не применяли, у нас все применено на специальных немецких муфтах. То есть все трубы для питьевой воды, они, во-первых, оцинкованы, во-вторых, все соединены на муфтовых соединениях, очень надежно все испытано. Также, соответственно, бывает такая проблема, что канализация течет, да? Мы применили по всему подвалу чугунные немецкие трубы для канализации. Вот, чугун, он имеет срок службы порядка 100 лет. Комфорт для покупателей сегодня на первом месте. Квартира с отделкой по индивидуальному проекту – это очень заманчивое предложение. Но порой вид из окна портится настроение. Вы уделяете внимание обустройству прилегающей территории к дому? Да, мы всегда говорим нашим покупателям, что мы продаем квартиры для жизни, а не просто как, знаете, как спальный район, да, то есть вы приехали, что-то ночью посмотрели, и мы уделили особое внимание двору, мы полностью переделали изначальный проект, наняли известный московский институт «Стрелка», нам сделали индивидуальный проект двора, он разноуровневый, в нем есть так называемый геопластика, мы применили хорошие малоархитектурные формы, которые по современным тенденциям являются очень приятные, тактильные. Мы сделали все детские площадки современные, и мы их не стали красить, да? Мы сделали все просто из дерева, да, чтобы было приятно подойти, прикоснуться, да, потрогать, и создалось как бы ощущение тепла. Совершенно простые на самом деле материалы. Это кварцевый песок для площадок детей от 3 до 7 лет. Мы применяем гальку, речную гальку, да, для площадки детей до 14 лет. Мы применяем плитку, хорошую тротуарную плитку белого цвета, красивую, не серую, а красивую, большую белую плитку. Она стоит чуть дороже, но мы готовы пойти на эти затраты для того, чтобы взрослым жителям было комфортно сидеть на лавочке и наблюдать, как их дети играют на воркауте, либо на лазят по своей это самое, площадке детской. Да? Мы применяем зонирование для того, чтобы можно было отдельно посидеть взрослым, отдельно посидеть, поиграть с детьми. Да? В следующем году в микрорайоне Ивановские дворики начнется строительство нового жилого комплекса. Уже сейчас застройщик предлагает почти 50 вариантов планировок. Стать хозяином своей мечты просто. Для этого нужно зайти на сайт www.serpukhovdom.rf либо позвонить по единому номеру телефона 8 800 350 60 23. Серпухов Реалти работает для вас с утра и до последнего клиента.